Привет! Сегодня мы снова будем угорать над географическими мемасами. Правила просты. 5 секунд ты смотришь на мем, пытаешься понять его смысл, а дальше мы вместе с тобой разбираемся. Погнали! Бокситы действительно не занимаются боксом. Бокситы – это алюминиевая руда, которая является сырьем для производства глинозема, а он, в свою очередь, сырьем непосредственно для выплавки алюминия. Смысл мема заключается в том, что часто путают созвучные географические названия, и Карелия, и Корея – это далеко не единственный пример. Также путают Архангельск и Астрахань, и мое самое любимое – это Австрия и Австралия. Один из факторов загрязнения атмосферы вследствие работы тепловых электростанций является высота труб. Нужно строить высокие трубы для того, чтобы сократить загрязнение земной поверхности и более эффективно рассеивать вредные вещества в атмосферу. Как говорится, мем смешной, ситуация не очень. Если вы смотрели выпуск Дудя про Камчатку, а если не смотрели, то обязательно посмотрите. И мнение Натальи Васильевны Зубаревич, одного из ведущих соцэконом-географа России, о том, как же мы подходим к топливно-энергетическому комплексу, точнее, как он подходит к России. Подход у него геополитический, и поэтому не видать нам возобновляемой энергетики, так и будем жить за счет ТЭК. Как говорится, ауф, и этот вечный спор о том, кто ты, эконом-географ или физ. Я физ, а кто ты, пиши в комментарии под это видео. С тобой была Алина, увидимся в следующем видео.